это означает ли, что ваши отношения вышли на другой уровень, будете встречаться чаще? Это означает, что он всегда может ко мне обратиться. Это означает одно, что мы все будем делать для развития здравоохранения в Санкт-Петербурге еще более интенсивно. И те дети, которые нуждаются в операциях, и вот этими золотыми руками им будут сделаны такие операции, которые их здоровыми сделают и сильными, и у них будет счастливая жизнь. Вот что это означает. What does it mean that you gave official permission for you to have a legislative assembly in the time? It means that at any time you can apply to Vyacheslav Serafimovich, and it means that we trust you, it means that you continue our cooperation. For me this is an absolutely great honor. Давай сюда. Вот мы сейчас окручим. Вот что это означает. Это означает, что я могу даже понять, что это.